Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу популярную сумку-торбу из трикотажной пряжи. Использую набор 3 в 1, который состоит из плотного укрепленного дна. Оно прекрасно держит форму изделия. Размеры моего донышка 22 сантиметра на 10 сантиметров. Это оптимальный размер для того, чтобы изделие получилось вместительное и легкое. Сюда же входит утяжка с ограничителем и плечевой ремень на карабинах с кольцами. Также я приготовила сантиметровую ленту, ножницы и набор крючков. У меня алюминиевые крючки. Вязать буду крючком 6 мм. Крючок потоньше потребуется для того, чтобы набрать петли на основу и в последующем спрятать кончики. Вязать буду трикотажной пряжей 7-9 мм. В 100-метровом клубке 330 грамм, 100% хлопок. Мой цвет, абсолютный тренд этого сезона – вино. Для моего изделия потребуется больше одного мотка пряжи, но по ходу вязания я расскажу, как можно поместиться в один клубок или связать изделие из полиэфирного шнура. Сориентирую вас по количеству добавлений и количеству рядов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Все необходимые ссылки, как всегда, оставляю в описании под этим роликом. Переходим к работе. Донышко смотрит пуклями на меня. Так я буду набирать петли, если хочу, чтобы лицевая гладь была наружу изделия. Если кому-то нравится узор изнаночной глади, переворачивайте донышко и набирать петли будете с изнаночной стороны донышка, для того, чтобы изнанка стала лицом изделия. Я переворачиваю свое донышко снова, немножко потянула нить, чтобы она стала чуть тоньше, для набора петель в отверстие. Здесь у меня по повороту установлены маркеры в центральную точку с одной и противоположной стороны и через 4 точки в каждую сторону. Здесь, здесь, здесь и здесь. Всего 6 добавлений в круг. Если вы хотите, чтобы ваше изделие получилось всего из одного мотка пряжи, вы добавление не делаете, иначе вам немножко не хватит нити на глубину. Изделие будет немного компактнее. Вставляю крючок за 2 точки до первого маркера, подхватываю нить и вытягиваю ее на лицо. Сейчас я работаю крючком 3,5 мм. Фиксирую край начала, он ввязывается в полотно, подхватываю рабочую нить и провязываю первый столбик. Готово. Далее слежу за подачей нити. Нить на пальце с круткой изнаночной стороной смотрит вверх. Так все время. Вставляю крючок в следующую точку, подхватываю, вытягиваю достаточно пышные столбики, так как работаю тонким крючком, и провязываю следующий столбик. Далее удаляю маркер. В маркированную точку мне нужно провязать 2 столбика. Провязываю первый. И следом вставляю крючок сюда же, провязываю второй столбик. Готово. Далее двигаюсь до следующего маркера. В каждую следующую точку провязываю по одному столбику. Здесь у меня на пути к следующему маркеру 4 столбика. Готово. Удаляю маркер. И в эту точку снова провязываю 2 столбика. Это второе добавление. И сюда же еще один.
Сделано уже 2 добавки. Продолжаю ряд. В каждую точку по одному столбику вмаркированы по 2. У меня последний столбик ряда. С учетом 6 добавлений он 58. Провязываю его и перехожу на основной крючок. Напоминаю, у меня 6 миллиметров. Здесь очень просто. Вязать буду по кругу без соединения рядов. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы первого столбика. Подхватываю нить и провязываю столбик без накида. Далее все то же самое. Из ряда в ряд количество петель в круг не меняется. В одну точку я провязываю один столбик. Следующая точка. И так далее. Слежу за подачей нити и контролирую себя по количеству. Здесь можно вставить маркер, но этот переход и так будет виден. Я буду ориентироваться на него, когда будет заканчиваться последний ряд моего изделия. Вяжу точка за точкой, столбик за столбиком. Здесь формирую стенки моего изделия так, чтобы они шли в противоположную сторону от пуклей, которые расположены на донышке. Если ваш узор изделия изнаночные столбики, то, соответственно, формируйте в другую сторону, и пукли у вас будут с этой стороны. У меня заканчивается второй ряд, и здесь я точно так же продолжаю провязывать столбики без соединения рядов. За счет навязывания рядов этот переход сгладится и будет совершенно незаметен. На 14 ряду у меня заканчивается первый моток пряжи. Соединение буду делать с помощью иглы. Складываю нить лицевой гладью к лицевой глади. Далее располагаю ее между указательным и средним пальцем, выворачивая. Уже нить заправлена в иглу. Начинаю с любой удобной стороны, так чтобы узелок был на изнанке. Далее небольшими стежками 2-3 мм. Подхватываю то с одной, то с другой стороны. Шов получится по лицевой глади невидимый. Здесь подхватываю последние точки, подтягиваю, разворачиваю нить до конца и завершаю. Здесь создаю узелок. Закрепляюсь. Готово. Стык в стык сшито. Лишнее можно отрезать. Как по пряже, так и нить. Потягиваю нить так, чтобы она снова стала круглой для вязания. И продолжаю еще несколько рядов до необходимой глубины изделия. Как только я дойду по вязаному полотну до той точки, где сшивала, аккуратно прячу шов в полотно сумки. Он остается внутри, на лице будет невидим. И по изнанке, кстати, тоже. Продолжаю ряд за рядом навязывать глубину. Сейчас у меня провязано 18 рядов от донышка.
Это около 22,5 сантиметров. Мне осталось 2 ряда до конца изделия. И сейчас мне нужно вязать петли для плечевого ремня. Я нахожу на боковых точках равноудаленные петли. Поднимаюсь от первого добавления до самого верха. Здесь. Вот здесь сейчас у меня привяжется первая петля. Провязываю столбик, прикладываю петлю закруглением вниз, закрепляю на один столбик и на следующий. Готово. Точно так же в равноудаленной точке, напоминаю, у меня 58 петель в круг, на 2 закрепляю здесь и здесь остается 54, соответственно 27 петель между закреплением вот этой металлической петельки. Провязываю до следующей точки 27 столбиков. Провязано и накрепляю следующую петлю. Точно так же на 2 столбика. Готово. Это заканчивается 19 ряд. Провязываю последний 20 ряд следом. Сейчас завершается 20 ряд. Это около 24-25 сантиметров глубины. Здесь он начинался, от этой точки я и ориентируюсь. Провязываю последние пару столбиков. И далее провязываю несколько соединительных, чтобы уравнять край. Не захожу на эту сторону, так как над петлей с каждой стороны у меня одинаковое количество рядов. Последнее соединительное, вытягиваю укороченную нить и в следующую точку увожу наизнанку, после чего возвращаю в исходную точку, прячу кончик. Здесь закончился ряд, его оставляю на задней части сумочки, переворачиваю изделие. Я не стала вывязывать отверстия под утяжку, так как по трикотажной пряже они смотрятся очень большими и не так аккуратно, как по полиэфирному шнуру. У меня есть урок, где я вывязываю эти отверстия, ссылку на него оставляю в описании под этим роликом. Там же рассказываю подробно, как и сколько петель добавить для полиэфирного шнура по круглому и овальному донышку. Можно связать точно таким же узором сумку из полиэфирного шнура. Итак, так как петли у меня уже обозначают равноудаленные точки, от этих петель я сейчас отсчитываю 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с этой стороны. Здесь выйдет моя утяжка. И еще 1, 2, 3 точки с этой стороны. Здесь она заходит. 2 ряда от края вниз. Протягиваю. Далее, соответственно, ровно под петлей с этой стороны. И уходит обратно точно так же ровно под петлей. Здесь снова отсчитываю 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Под этим 12 столбиком утяжка выходит на лицо. И снова 1, 2, 3 в следующую точку обратно. Поправляю, поворачиваю. И снова в районе петли здесь. И уходит обратно здесь. Соответственно, в намеченную точку возвращаю сюда. Можно затянуть. Вот так аккуратно получается. Петельки под плечевой ремень. И возвращаю ограничитель для утяжки. Очень часто длина утяжки идет с хорошим запасом. Поэтому я ее укорачиваю. Аккуратно выкручиваю болтик.
вынимаю, отрезаю ту длину, которая мне необходима, и возвращаю ограничитель. Вставляю его достаточно глубоко, чтобы болт подхватил его, и вкручиваю болт до упора. Для каждого изделия эта длина может быть индивидуальна. Утяжка получается необходимой длины, смотрится аккуратно и достаточно для того, чтобы полностью открыть сумочку. Я связала изделие точно так же из одного мотка пряжи. У меня получилось изделие меньшего размера. Здесь 17 рядов и 52 петли в круг, так как я не делала добавлений от донышка. Глубина такого изделия 19 сантиметров. Здесь утяжка вставлена одним рядом ниже края изделия. Обращаю ваше внимание, цвет этой пряжи ваниль. Сумочки получились очень стильные и вместительные, здорово смотрятся в сочетании цветов и хорошо будут смотреться из одного цвета пряжи и фурнитуры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!